Ну, с учетом тех картинок, которые нарисовали там по строительству синагоги и комплекса вокруг нее, я думаю, что вот этот вид тоже скоро исчезнет. Этого дворика, скорее всего, больше не будет. Потому что тут, скорее всего, будет строительство. Вот, поэтому я его сохраняю, как говорят, для истории. Вот это вот такой сделали переход от синагоги к бывшему приюту. Вот это тоже бывший приют Кёнигсбергской синагоги. Вот тут, видимо, и люди живут. Вот, но, скорее всего, они тут жить уже больше не будут. Вот поэтому вот это мы, все это дело я сохраняю на видео. Вот, для того, чтобы потом можно будет посмотреть, как все это дело выглядело. Ну, а дворик тут вот такой небольшой совершенно. Тут уже забором отгородили строительную часть. Вот. Кусты. Елочка. Останется ли эта елочка, эти деревья? Что-то я не знаю. Октябрьская, дом 3. Труба там, типа котельная, наверное. Машины какие-то стоят. Ну и вот так вот здесь. То есть я это сознательно заснял на видео. Хорошо, что заснял. Потому что скоро всего вот этого не будет. Ну или в обозримом будущем. Я буду говорить слово скоро. Вот, а сейчас обратно выхожу на Октябрьскую улицу. Это вот приют, но он как-то немножко по-другому на картинках смотрится. Вот на картинках комплекса, вот, который я перед этим заснимал. Ну что, будет тут достаточно неплохо. Тут рыбная деревня, здесь такая шикарная синагога. Будет интересно узнать, какая будет у нее посещаемость по шабатам. Тоже интересно, как вот с этим домом поступят, сохранят ли его или его модернизируют. Но я там смотрю, на кирпичтенка там вот между, ну скажем так, вторым, так если считать, раз, два, три, четыре, если считать его четырехэтажным, вот между вторым и третьим этажом там уже кирпичи начинают вылезать. Тут тоже уже определенные сложности. Вот. Не знаю, то ли она сама стенка сдвинулась, то ли ее сдвинули. Ну, в общем, все это требует определенного, наверное, ремонта, реставрации, а может даже и будет сделана перестройка. Хотя, ну, наверное, если это здание историческое, то лучше его реставрировать и сохранить хотя бы что-нибудь из прошлого, а не все делать новоделом. Вот, ну я возвращаюсь обратно к переходу. Ну дальше я опять буду делать фотографии, поскольку видео я это уже заснял. Вот здесь вот тоже, как я понял, будет стоять дом. Вот на месте вот этих вот щитов. Так что сейчас я перейду на ту сторону. Там сделаю такой легкий мазочек, как говорят. Переходы нерегулируемые, я их не люблю.
и трамвай остановился. Ну и хорошо. И сразу все поперли. Трамвай. Ну вот. Значит, вот здесь вот будет стоять, где вот эти два рекламных щита, один белый, другой яблочный, Спас. Здесь будет стоять дом в обозримом будущем. Ну вот.